Привет, друзья! С вами Роман. И сегодня, как я и обещал, видео я просто коротенькое, 3 секунды, прям буквально, ну, минуту, ну, может быть, на 2, на 3 растяну, не знаю. Как я и обещал, полгода назад я делал стык, да, видео там в Инстаграме понравилось многим. Стык плитки гексагона с ламинатом. Ламинат Харо был, есть в Инстаграме у меня где-то в начале ноября, по-моему, может, еще раньше делали. Сейчас уже март, да, середина. Вот, в это все время ламинат поставил, мы приехали делать вот блинтуса, сейчас ставим ореховские. Хотелось показать, ничего, никаких изменений со стыком не произошло. Зазоры все, я вот сейчас покажу, как остались, как были, так и остались. То есть технический ламинат нигде не вздулся, ничего, как бы с ним все хорошо. В общем, зазоры здесь везде остались, как и есть. Сейчас мы по этой тут порожке поставим. Но самое что интересное, зазоры, никуда ламинат не ушел. Вот сейчас мы плинтус ставим здесь. Везде зазоры сохранены. То есть единственное, что в квартире пока продолжается ремонт, да, тут не успели еще ничего не сделать, затянулся у людей. Вот. И поэтому, как говорится, не могу во всей красе показать, но изменений ничего нет. Да, и пробка здесь уже тонированная, единственное, не покрыта лаком. Вот ее в цвет ламината покрыли тонером, да, прокрасили. Конечно, ну, как бы еще тут все ремонт и эксплуатации не было как таковой. Вот. Но в целом все неплохо. Да, конечно, еще в этой квартире не живут люди, еще идет ремонт, еще изменится влажность и могут быть другие последствия. Для контраста покажу вам, что может быть при таком стыке. Видео моей подписчицы, смотрите. Здесь у нас стык с плиткой, и вот здесь сразу в коридоре очень сильно вздулся ламинат. Мы делали без порогов. Теперь, говорят, единственный вариант, чтобы убрать вот это вздутие, надо вот здесь вот разрезать и поставить сюда металлическую перегородку, как она называется. На самом деле вероятность таких последствий с такой стыковкой довольно-таки большая. И я всегда предупреждаю об этом своих заказчиков и пытаюсь отговорить от таких стыков. Если и делать, то помещение укладки ламината, оно должно быть совсем небольшой площади, так как ламинат имеет коэффициент расширения. А стыки вообще с плиткой лучше делать через металлические порожки, когда используете ламинат.